Это крабы из семейства мечехвостых, древние предки пауков. Они до сих пор появляются лишь во время нескольких приливов в год, так же, как и их предки делали на протяжении сотен миллионов лет. Такие пионеры, как эти, были среди тех, кто первыми выбрались на сушу. Примерно 400 миллионов лет назад большая часть Земли была покрыта лесами. Растения сперва захватили пресные воды, а потом распространились и на сушу. Как только они обосновались там, за ними вскоре последовали и животные. Многоножки были одними из первых жителей Земли. У них появились простые легкие и кожа, которая удерживала внутри живительную воду. Скорпионы, родственники крабов из семейства мечехвостых, также очень рано перебрались на сушу. С тех пор их род восьминогих хищников распространился повсеместно на огромные территории.